Всем привет, добро пожаловать на канал, что называется 8 сентября. Карте Старый Оскол 9 сезона. Окей, потом у нас пицца 10 сезона. Потом балет, перевезение, такая же эмоция 13 сезона. Потом золотая чапка 8 сезона. Магнус и меховой плащ. Кстати, вот этот плащ используют очень у кого есть ренегейтским. А, не ренегейт, а как это? Ну, вот такой же самый скин, как вот этот, как вспышка, но не лавовая вспышка, а такая обычная, второго сезона. Вот по нее многие челики юзают вот этот плащ, или по другим скинам, который подходит. Потом Туртилья, 13 сезона, такой себе скин, мне вот не нравится мне вообще. Потом Шторм, 9 сезона. Штормовой плащ. Потом Гроза 9 сезона. Гром 9 сезона. И Глаз Боли 9 сезона. И приношу Бушующая Боли 9 сезона с анимацией. И все, потом у нас Мара. Мара имбовый скин, прикольный, мне нравится. Стильный выбор, обычный экстрим. Но я жду, когда будет или печенька, или вот этот такая кирка-конфетка, или футболистка. То я сейчас куплю, и его баксов не хватит. Вот так, и потом девушки крылья. Прикольные крылья, но я бы еще что-то добавил для Мары, типа, ну, звездочку такую какую-то. Такой рюкзак вот есть, но я бы что-то розовое такое, что-то розовое добавил. И потом Звездопад. И все, потом у нас Вираж. Сильно выбыл типа этого сезона. Кстати, мы добавили вот такой стиль. Типа похоже на Марвел. Это, короче, злодей. Стиль злодея, это обычно. Вот это прикольно, все равно оно в баксе как будто. Потом плащ Виража. Ну такое. Нормально. Ну и злодейский Бераз. Я бы поставил злодейский пляс Бераз. Еще. Ну и обычный. Вот у нас Виктория. Я только видел у этого пацана, что надевали за этим стилем. А девчонку не надевали. Ну, злодей и обычный, короче. Виктория. Вот, и плащ Виктория. Не рекомендую так много плащей покупать, потому что они иногда багуются. Потом Илерон, такая себе кирка, за 800 баксов, очень дороговато, я бы за 500. И звуков почти вообще нет. Вот Айрон, такая имба кирка, за 500, тупо достойно. Потом Триумф, или там Ледоруб и так далее. И все. Ну и, в принципе, вот этот пак еще у нас в магазине. И этот набор. Ну да, у нас все. Ну вот это я крутил в новостях. Вот это я, может быть, сделаю типа стрим, играю в Rocket League. Прохожу миссии. Может быть, я не знаю. И потом вот этот. Третий день рождения. Fortnite. Мне надо там потанцевать в одном торчике, и мне дадут оберку и рюкзак. И, кстати, блин, какие воспоминания, я сейчас вам покажу. Вот, короче, новости так. Ёпрст, смотри, какие воспоминания. Тупо с 5 сезона где-то. Йо. Во-во-во-вот. А, имба. С 5 сезона.
Это типа был один из моих первых рюкзаков, вот. Или мой первый. Хреном, что нету торчика, типа там два. Но зато есть кирка, что нам давали. Вот. Ну, короче, пацаны, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Не забывайте, 800 подписчиков я разыграю какую-то моту за 200, а 1000 подписчиков разыграю Battle Pass или скрин за 800. Подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока, пацаны.